Господь допускает такое? Господь тут совершенно ни при чем. Ну что, какой город мне уничтожить теперь? В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение. Проклятый манускрипт. Погибли тысячи. Не может быть. Шей, человеку такое не под силу. Если только человек не нашел машины притечь. Ты видела шкатулку Хоп? Энергия буквально стремилась вырваться из храма. Ты заставил меня убивать невинных. Как ты смеешь? Защищаешь его? Ахиллес отправил меня туда, как Макандаль Маруна на Гаити. Что он здесь знал? Происходит? Хватит! Задание было непростым, возможно. Что, возомнили себя богами? Решаете, какой город разрушить дальше? Выведи его. Лайм зря думает, что я отступлюсь. Ахиллесу доверять нельзя. Он не должен найти еще один храм Предтеч. Мне плевать, что он мой наставник. И что он потерял семью. Он безумен, и его надо остановить. Пути назад нет. Я рассчитывал на тебя, Шей. Ахиллес, у меня нет выбора. Что за вздор, глупый мальчишка? Твой долг — красть у братьев? Предать меня? Кто-то должен искупить вину. Искупить вину? Ты не понимаешь, что творишь. В этом манускрипте будущее всего континента, а может и всего мира. Возможно. Но... у нас нет права быть его хозяевами. Почему? Вся ответственность на нас. Да, ответственность за погибших людей и разрушенные города. Это борьба за власть. Все, хватит. Не позволю уничтожить дело всей нашей жизни. Ассасины! Вперед! За ним! Хватит! Верни манускрипт, Шей! Тогда Ахиллес... Я не могу! Иначе все повторится. Столько погибших! Еще одного и не заметят. Шей!